Конкурс проектов по поддержке местных инициатив существует в области уже 12 лет. В 2022 году реализацию ППМИ в регионе продолжат. Слободской активно участвует в программе благоустройства тротуаров, автомобильных стоянок, детских и спортивных площадок, памятников. Благодаря инициативам слобожан город преображается с каждым годом все существеннее. За 7 лет на территории города реализовано 173 инициативы на общую сумму 150 миллионов 100 тысяч рублей. Привлечение средств областного бюджета составляет 109 миллионов 500 тысяч рублей. В среднем это примерно по 15 миллионов рублей в год. От физических лиц поступило 15 миллионов 700 тысяч рублей. Юридических лиц 5 миллионов 900 тысяч рублей. Расходы местного бюджета составили 19 миллионов рублей. Число заявок бывает разное, но, как правило, меньше 20 заявок на конкурс не бывает. Сейчас Министерство социального развития региона прорабатывает вопросы изменения правил участия в конкурсном отборе, типологии проектов и критериев оценки конкурсных заявок. В муниципальное образование уже направлен график реализации ППМИ-2022. В администрацию уже поступают звонки, обращения жителей города с просьбами поучаствовать в ППМИ. В настоящее время администрация проводит череду встреч с домкомами, где последние также выражают большую заинтересованность в участии. Решение об участии города в программе поддержки местных инициатив каждый год принимает представительный орган – Слободская городская дума. Депутаты единогласно поддержали участие Слободского в ППМИ 2022 года.